Всем привет, ребят. Ну что, настал этот момент, и сейчас мы протестируем уже наконец-то не нового героя, а протестируем скин Гота, Готессы. Не знаю, сейчас глянем даже, как на английском сервере ее назвали. Вот Стрелок Гот. Есть у меня такой скин, и вот наконец-то я сегодня собрал вот этот скин. Но, к сожалению, улучшить пока не дано, но мы хотя бы посмотрим на героя. Как он выглядит? Ну что, в ожидании тоже. Где бы нам таблеточку Вот так вот, беги сюда. Вот смотрите, какая она. Чик. Два пистолета, ничего себе. Жесткая, жесткая. Сейчас посмотрим. Мне просто интересно, как она на английском сервере. Ну а вы, как обычно, ставите лайк, подписывайтесь, кто не подписан. Здесь самые топовые тесты, куча видосов, куча конкурсов. В общем, все, что вам надо, подписывайтесь. Обязательно ставьте, ребята, колокольчик, если не хотите пропускать видосы. Так, это наша десяточка. Я вам про нее видосик тоже засниму, покажу, какие здесь изменения у нас есть. Интересно, где Госсистер, вот так вот. Готическая сестра здесь называется. Ну, такое, такое. Так, это у меня, что тут? Это у меня подгоны от IGG. Книжечки за эволюцию. Окей. Поехали обратно. Такс. Ну что, поехали тестить. Посмотрим на нее в действии. Посмотрим разницу. Давай, стреляй уже. Бух-бух, ничего себе, видели какая пуля просто. И сдохла от обычного стрелка. Ну, тут смотритель, тут мы ничего не сделаем, но зато потестим хотя бы. Смотрите, какие две пульки сразу летят. Ну, прикольно смотрится, конечно. Не знаю, тут, конечно, разные варианты есть. Давайте, кстати, давайте не тут будем тестить. Пойдем просто на экспедицию, там будет нам, наверное, получше тестить. И смотреть на этот скин. Такс, блин, тут все теперь переставлено. Так я уже привык, к сожалению, к английскому серверу. Так неудобно искать, где это. А, вот. Экспедиция. Выбрать героя. Старт. Смотрим. Вот так вот две пули летят. Ну, стреляет. Ну, не знаю, мне скин нравится, честно говоря. Вот очень нравится скин. Как сделали красивый скин. Вот мне интересно еще будет посмотреть на зефирку. Какой у зефирки будет скин. Ну, это, конечно, круто. Смотрится обалденно, я вам скажу. Смотрите, как шатает. Как ты мог? Придется делать сброс. А теперь смотрим на вот такой вот скин. Так, что скин дает? 250 атаки и 16 тысяч жизни. Поехали на этот. Но этот уже прокачан. Посмотрим, сравним с предыдущим. Принцесса, стрелок, вот, не знаю, она похожа, наверное, на какую-то вдову, что ли. Давайте посмотрим на этот вариант. Че я искал эту арену, можно было и так. Ну, такой вот вариант, я не знаю. Вот, как по мне, так себе, наверное, да? С пистолетами невеста, принцесса. Непонятно, как ее еще назвать. Ну и давайте напоследок посмотрим, как же выглядит скин обычный, без скина. Сделаем такой тестик. В любом случае, скин это дополнительное усиление. Опять же, скины это чисто для доната усиление. Это печально от этого. Такс. Где там наша экспедиция? Старт. Это самый первый, то есть изначально какой герой есть. Вот так вот. То есть, как видите, разницу между первым и вторым, по сути, нет.
Ну а так слили нас. Слили нас опять. Что такое? Когда это такое было видно, чтобы нас сливали? Так, возвращаем обратно. Вот этот скин, честно скажу, мне нравится, наверное, больше, чем просто даже стрелок. Просто вот здесь вот что-то есть. Посмотрите на командорку. Вот как она выглядит. Да, вот тоже такой же где-то плюс-минус герой и стрелок. Все, видели? Видели, как они в инвиз уходят? Давайте сюда. Сейчас я сделаю опять сброс. Так, и ищем командору. Где-то, наверное, у нас в самом конце должна быть. Командорка. А, вот они рядом. То есть, вот видите, два такие героя. Давайте еще раз стрелка выкинем первым. Если салют, то кинем командорку. То есть, в одном стиле, как видите, они все время добавляют. То есть, меняется время, скажем так, и они добавляют все новых и новых одинаковых героев. Ну, то есть, вот так вот стрелок выглядит, две пульки летит. Ну, интересно, скажем так. Проработка скина интересная, правильная. Знаете, где-то к пирату что-то типа этого. И вот командора пошла. Тоже такой же стиль, как видите. То есть один в один. Ничего такого нового они не придумали. Но командора тащит. Вот кто-кто, а командора реально просто тащит. Красотка. Она всех заякорила, скажем так. Вот, то есть еще один такой же герой. В принципе, скин красивый. Пишите в комментах, что вы думаете по поводу скина. Вот хочется, конечно, посмотреть скин. Я думаю, мы скоро его тоже увидим на зефирку. Где там стрелу год? Там вот систа, вот у меня уже 25. Я завтра еще доберу, думаю, если будут. Если нет, то на английском. Героя, конечно, солнечный лорд. Вот так вот. Это тоже будет интересно посмотреть. Атака 800, здоровье 20. Нехилая такая прибавочка, да? Это первый скин, у многих также дает первый скин. Тут 400. По-разному. 450. 410. Там 820. Ну, то есть, каждому герою свое. Ну, не знаю, скин на год мне понравился. Так, ну давайте еще попробуем, может получится у нас яички пооткрывать, если не будет тормозить, я надеюсь. Потому что тут немножко подвисает. Ну попробуем, может словим что-то интересное. От кристаллов, хотя я, наверное, отвык просто от русского сервера, на русском сервере... Всегда так долго было. Это английский сервер. Щелк-щелк. Возможно, я уже просто действительно отвык от этого всего. Ну, видите, не продают. Не хотят они продавать точно так же, как это было раньше, этого героя. Они хотят больше бабла. Хотя они и так, в принципе, могли просто засунуть сюда в акцию и не париться. Ну, давай. Да, печалька, печалька. Да, блин, это жесть какая-то. 100 кристаллов. Надо разобраться все-таки с Ноксом. Реально очень долго. Подвисает сама система, скорее всего. Золотой ключ. Нафиг этот золотой ключ. Вот, так что, блин, не знаю. Пока сабновые, единственное, что радует, что есть возможность у бездонов. Некоторые ребята достают тоже нормально осколков. Достать этого героя, получить топовые плюхи. А некоторые Prime
Прайм эмблема девятая, ребят. Мешки с девятыми эмблемами. Сразу же девяточка. Некоторые ребята достают девятые эмблемы. Тоже очень круто. Но пока, к сожалению, как видите, не особо их продают. Даже на русском сервере, на английском. Пока нету в продаже много всего. Не знаю. Посмотрим, что будет дальше. Но, как обычно, они сейчас раскочегарятся. По чуть-чуть вытащат. И потом начнется трэш. Здесь восьмерки обычные, скажем так. Ну все, больше ничего такого нет. Все, пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков, ждите десяточку, бездонов и прочее. Всем удачи, всем пока.